К службе готовы. В столице Ненецкого округа прошла традиционная акция «День призывника». Накануне в зале Краеведческого музея собрались около 100 новобранцев. О том, куда отправятся ребята служить родине и с каким настроением уходят в армию, выяснила наша съемочная группа. Порядка 100 юношей в возрасте от 18 лет собрались в зале Краеведческого музея. Впереди ребят ждет срочная служба в армии. Осенний призыв стартует в России 1 ноября и продлится 2 месяца. Что же касается призывников из НАУ, то, как правило, большинство из них отправляются служить на Северный флот. Дальше есть наряды у нас на ВСПО, Западный военный округ и 12-й ГУМО. Здесь на мероприятии уже говорилось, пожелать, конечно же, внутреннего мужского духа, оставаться мужчиной, не просто там гражданином, это такая фраза, мужчиной именно оставаться в любых условиях. Мне, конечно, хотелось пожелать, чтобы ребятам, скажем так, и хорошие командиры достались, потому что от командиров разных уровней, взвода, роты, войсковой части, очень много зависит. Кроме Игоря Ибраева, в день призывника с напутственными словами выступили представители окружной городской власти. Они пожелали новобранцам отличной службы и рассказали о той поддержке, на которую будущие солдаты могут рассчитывать после ее прохождения. Впереди ребят ждет медкомиссия в Архангельске. Первая группа туда отправится уже 4 ноября. Все внезапно, я не готов еще немного. А почему внезапно? Ты знал, что... Я не знал, что мне прямо 4 ноября посадят в самолет, и бывай. Я думал, там еще какая-то проверка будет, что типа, такая же комиссия, будут все спрашивать, проходить врачей, там, ну не врачей, а спрашивать будут и так далее. Вот в праздник идешь, хороший знак, да? Что нет. Почему? Ну, это не праздник для меня. Теперь я учусь в Государственном университете телекоммуникаций Бонч-Бруевича на факультете рекламы и связи с общественностью. Заочно теперь. Сейчас съезжу на сессию и потом в армию. А куда бы хотел попасть? Я на юг. С хорошим? Почему? Ну, а чё нет? Надо, значит, надо защитить родину. Вдруг придется, мало ли. Хотелось бы где пожестче, наверное. Да? Чтобы наверняка, да. Чтобы запомнилось. Может, как-то проявить себя. Ну, проверить, самое главное. Как-то так. Что пожелаешь ребятам? Что пожелать-то? Удачи, чтобы девушки дождались. Любовь Пермякова, Антон Выдряков, телеканал «Север».